проблема зажатости, внутренней зажатости все-таки на наших болельщиков. Люди приходят для того, чтобы... Основная масса приходит для того, чтобы по аналогии с футболом, эта проблема, как мне кажется, она приходит из футбола, где она искусственно нагнетается, для того, чтобы доказать болельщикам и противоположной команде именно что-то доказать. Болельщик должен получать удовольствие. Это вообще, в принципе, наверное, европейское такое явление. Ну, я не знаю, как азиатское, я с этим меньше знаком. Это европейское, наверное, такое явление, потому что когда ты находишься в Америке, неважно на каком мероприятии спортивном, это баскетбол, американский футбол, бейсбол, болельщики перемешаны между собой, они сидят, это такой микс, тут болельщики одной команды, другой, и они обмениваются впечатлениями, они очень позитивно, в принципе, воспринимают все, все происходящее. В целом аура позитивная. У нас это, если накал, то это такая война. Хорошо, если это холодная война, часто это все выплескивается совершенно другое. Это идет, в принципе, от культуры. А вот европейские страны тоже с этим как-то немного борются и воспитывают. Я был на футболе в Мадриде, Реал Барселона, где точно так же сидят. Есть какая-то группа, какие-то пару секторов абсолютно как бы оторванных от реальности болельщиков. Они тоже очень агрессивно настроены. Им не важно, выиграют они, а они пришли там что-то доказывать.